Короче, сейчас у нас должно быть выступление, но мы решили, что мы все вместе просто поиграем в игру по Wi-Fi, типа КС на мобилу. Нас около 10 человек, и мы все рубимся. Я буду играть за тёлочку. Гершон, у меня ДР, ты знал? Да. Желают они упают 10 тысяч подписчиков через день. Если не доберется, мы очень плохие подписчики. Спасибо. Дим, зачем ты сюда пришел? Пожрать. Пожрать? Пожрать. Денис, что у нас тут происходит? У нас сегодня День Франции. День Франции. Это наши вот плакаты, где-то вот этот вроде, вон наш. Сегодня просто не день, а сплошная лафа. То есть мы только что английский были, два урока. Первый урок был не в счет, мы почти весь урок отдыхали. Два урока было английского, мы выступали. Один урок нам проводил полицейский лекцию. Теперь у нас была физика. На физике мы тупо ничего не делаем, в телефонах играем. Ну, практически. Ну да, учимся. И сейчас у нас должно было быть еще два урока, но нас забрали проводить для малышей нашу шоу-программу. Ну, это не точно. Нам всего лишь с Денисом надо рассказать один текст, и все. Сейчас покажу. Вот это вот наша работа, вон там вот. Вот эта вот штука. Нам надо просто рассказать все по пунктам, то, что мы выучили. И там несколько плакатов, и все. Я подъехал в студию телеканала уже, школа закончилась, я вот праздную, у меня такое праздничное настроение. Знаете, почему меня вот просто, не знаю, за день уже человек 70 поздравило? В комментариях под ютубом уже начали. Я нигде особо не упоминал, что у меня сегодня день рождения. Я, по-моему, сказал в одном из видео, что у меня скоро день рождения. Извините, если что, у меня такой мелкий склероз на видео, потому что я их делаю много и забываю, что я в них говорю. Вконтакте меня человек 30 поздравило, плюс в школе очень много человек. Сейчас иду я на телеканал, там тоже одна одногруппница уже поздравила, и остальные, в принципе, знают, что у меня ДР, поэтому, мне кажется, они тоже поздравят. И за сегодня, мне кажется, человек так 100 меня 100% поздравит. С утра вообще я посмотрел запись, которая была ночью, меня в 12 разбудили, поздравляли. Я, когда был сонный, я не видел, что там свеча. Я не мог понять, что мне надо было делать. Мне надо было ее задуть, а вместо этого я взял и лизнул торт. Ну, реально, вышло смешно. Надеюсь, вам это видео, которое я добавлю в видео, понравится. Ну, в принципе, день рождения просто отличный. И подарок, который мне подарили, мне понравилось. Я не буду говорить, что это пока что, потому что вы сами увидите, что это чуть-чуть позже, буквально через пару дней. Глеб, что ты мне желал? Счастья, радости, всего наилучшего. Только что озвучивали мультик, типа я озвучивал первые две фразы, я буду в самом начале мультика. Там какой? Секреты домашних животных. Мультик озвучивали. День рождения. Ага. 14. 14. Блин, ты записываешь видео со мной? Да. Реклама Андрея Нелопая. За 7 гривен вы получаете уникальную возможность попробовать эту супер соломку. Соломка свежая, обезьянка свежая, как из лесу. Соленая, вкусная, натуральная. Все проплачено. Данил Пай, коррупционер. Маша, продажи доширака упали. Что будем делать? Доширака. Продавать мивину? Верное решение. В этом квартале повышаем цену в 3 раза. В 4. Договорились. Заседание окончено. Yeah.
Их прощальное селфи. Да? Это последнее занятие, да? Да. Да. Да.